Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Roblox. И вы можете по звуку уже понять, в какую игру я зашел. Ну, конечно, карта называется Gexagame. Я постараюсь оставить ссылку в описании на эту игру. А сама по себе прототипом этой игры служил сериал, дорама, который сейчас очень популярен. Это игра в кальмара. И, конечно же, мы постараемся в нее сыграть. Я уже посмотрел, у нее 6 серий, всего у нее вышло 9, поэтому интересно, что ж там будет. Наверное, я вернусь тогда, когда уже начнется игра. Потому что для начала надо попасть в этот телепорт. Вот меня и закинуло уже в игру, то есть сейчас мы телепортируемся. Тут нас попросили, пожалуйста, подождать, мы можем это сделать. Тут нас благодарят, что мы выбрали эту игру. Пожалуйста, подождите всех остальных игроков. И вот мы уже в нашей общей спальне. Так, как же тут много игроков-то на самом деле. И игра уже начнется через 40 секунд. Сегодня первая игра у нас уже будет через 40 секунд. Так, тут я вижу топ победителей. Это, видимо, уже люди, которые много отыграли. 90 побед у человека. Правда, у него... В нике еще цифры, но это, похоже, правда 90, потому что на втором месте 83 победы. Жесть. О, тут, кстати, тут нет пробела. То есть, если в лобби я еще мог прыгать, здесь уже не могу. О, людям нормально танцуют. Я, честно, даже не знаю, как это делается, и мне пока нормально. Тут просто ждем. Ждем, и скоро уже начнется. 3, 2, 1... Так, добро пожаловать всем. Так, подождите. Ну, посмотрите на своих товарищей. Чтобы победить, ты должен пройти все 6 игр. Однако, будь осторожен и попробуй избежать вылета. Если ты пройдешь все 6 игр, ты получишь денежный приз. Деньги нам нужны. Вот на тебе немного времени, чтобы подготовиться. Как бы мы тут все с долгами нереальными. Поэтому нам нужна только победа. Понятно? Как и всем этим людям. Вот вы посмотрите, как они уже готовы. Готовы победить, чтобы оплатить все свои долги. И жить хорошо. Так. Давайте. Первая игра. Добро пожаловать на свою первую игру. На вашу первую игру. Она называется «Красный свет, зеленый свет». Здесь правило. Тебе дозволено двигаться, когда горит зеленый свет. А стой, когда красный свет. Ну, как бы тут логично. Так, если ты будешь обнаруженным во время красного света, ты вылетишь из игры. То есть надо не двигаться. На эту игру тебе дается 2 минуты, чтобы пройти всю эту площадку. Так... Нам надо будет двигаться. Вот, кстати. Все, сразу же стоим. Времени тут много отдается. Сколько людей проиграло? Так. То есть нам надо двигаться только когда она поет. Мы не торопимся. О, вот сейчас она медленно запела. То есть тут, видимо, на рандоме, когда как она запоет. То быстро, то медленно. В любом случае у нас еще 1,5 минуты, поэтому я не буду торопиться. Вот сейчас она быстро очень запела. Как хочется нечаянно, вот знаете, вот нажать и пойти. Так. Уже первые люди прошли, мы, кстати, на подходе. А еще целая минута. Так, стоим. Стоим. Фух. С первой игрой мы справились. На самом деле, напряженно. У меня прям аж ладошки вспотели. Кто-то на финише проиграл. Или что это? Да, реально. Ой. А это люди, они, смотрите, они прошли и выбегают снова. И вылетают. Чем ими движет? Они, знаете, они как дед из сериала, только
они не знают, что они не дед. И что у них нет этой же способности двигаться во время красного света и жить. Так. Почему один человек бежит обратно? Я этого немного не понимаю. Остальные люди сами по себе выбегают. Вылетают из игры причем. Видимо, не каждый человек хочет себе оплачивать долги. Кто-то хочет просто вылететь из игры навсегда. О, так. Поздравляю, вы прошли свою первую игру. Пожалуйста, подготовьтесь ко второй игре. Так. Писалось бы тут еще сколько людей у нас осталось. Сколько прошло. Что-то там. Кто-то на кого-то злится. Мы не будем на это смотреть. Так, 5 секунд осталось. Тут у людей очень ники похожи. Точнее как, они просто почти одинаковые. Добро пожаловать на свою вторую игру. Так, фигуры вы должны выбрать рандомно. Мой выбранный фигура это круг. Типа мне надо пройти через... по фигуре, точнее, до финиша. Если я упаду, я вылечу из игры. Так, а в смысле? У меня есть 2 минуты, чтобы пройти эту игру. В смысле пройти? А, я, похоже, понял. Просто в сериале там немного по-другому было, а тут вот так вот. Блин, сколько тут людей? Слушайте. Я тут не тороплюсь. Уйо. Почему я проседаю? Тут иногда... Вот вы могли заметить, что я только что, типа, упал. Точнее, как я, типа, начал падать. Вот, как только что человек спереди, он, типа, не падал, он все идет вперед. Во, как... Ой-ё-моё. Только что мне было очень страшно. Страшно на самом деле. Так, идем дальше. Блин, челик спереди, он выпал. Я только что чуть не выпал. Так, у нас еще целая минута, вы знаете. Есть такое желание постоять пару секунд. И все. И просто не двигаться. Как же напряженно, слушайте. А сзади я что-то, я вообще никого не слышу. Так, я прошел. Так, нас пока трое, всего трое. Ой, все, я убираю руки от клавиатуры и отдыхаю. Знаете, это было слишком для меня. О, ужас. Офигеть. Четверо, о, пятеро нас. Или четверо. Да, нас пятеро. Как же там много человек упало. Так, еще люди проходят. Что за третья игра у нас будет? Сейчас уже будем знать по истечению таймера. Так. А, поздравляю, вы победили, вы прошли свою вторую игру. А, подготовьтесь к третьей игре. Пожалуйста. Так. Давайте, ждем. 15 секунд, посмотрим, что у нас тут. Блин, вот музыка из этого сериала, она такая, как бы, знаете, на самом деле немного устрашающая, но за все это время она уже как родная стала. Так. А, добро пожаловать на свою третью игру. А, мне надо играть Tag of War. Не знаю, что это. Перетягиваем канатов, типа. А, вы были выбраны в 2 группы, когда игра... Начнется, ты должен спамить своей кнопкой мыши. А когда ты кликаешь, а, ты меняешь позицию. Не знаю. Это первая команда, вторую. Ну, короче, нам надо кликать без остановки, видимо. Платформа будет медленно. Угу. Так, ладно, все, слишком много слов. О, надо кликать. Просто кликай. А, они еще в разные места, слушайте. Уё, я думал просто. Меня к такому жизнь-то не готовила.
Так, сюда, 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 сюда. 6. Так. Куда ты спряталась? Я не знаю, мы побеждаем или нет. Почему-то даже таймера нет. Но тут, видимо, сказали, что платформа будет медленно, как бы, ну, типа, сокращаться. И, видимо, первая команда, которая упадет, та и проиграет. Я не знаю, какая это же команда будет, мы или нет. Я надеюсь, что вам не так слышно мышку. Она, конечно, в принципе, бесшумная. Где она? Мы победили? Мы победили! Поздравляю победителей третьей игры! Нас четверо. Пожалуйста, подготовьтесь к своей четвертой игре. Фух. 4 человека на четвертой игре. А сколько было на первой? 100 вроде бы. Узк, как я нервничаю. Пипец. Так, четвертая игра. А, да, четвертая игра. Что-то делать надо? Marbles. А, это игра с шариками, да, видимо? Только что тут надо делать? Add even number of marbles. Надо угадать число шариков у человека. Если мы побеждаем, то мы получаем его шарики. Если нет, то мы отдаем свои ему. Нам надо получить 20 шариков, чтобы пройти игру. Если вы marbles, you... Ага. Если мы... Ой, add even... Так, от. Что такое от? 10 секунд to make you guess. Так. О, у меня 14 шариков стало. Так. А. Да? Я проиграл 4 шарика. Я думал, я победил. Так. Вот сейчас нечетное. От это, видимо, нечетное. Even это четное. Все, тут будет нечетное. Пожалуйста, нечетное. Опять четное. Хватит. Ую. Эта логика, видимо, не для меня. Так. Не, ну третий раз, ну пожалуйста, давайте уже сейчас нечетное. Ну пожалуйста. Умоляю. Так. Что и что? Нечетные! Так. А мы получили один шарик, всего один. Угу. Следующий раунд начинается. Я сейчас проголосуем за четное. О, 10 секунд, чтобы принять решение у нас есть. Но мы быстро очень принимаем. Ну тут просто реально такой рандом, такой рандом. Четное! Невероятно. Живем, живем. Так, 7 шариков. У нас, кстати, 5, даже не 4. Почему я думаю, что у нас 4? Я видел только 4. Так, давай сейчас... Ой, яники-баники, или вареники, яники-баники, раз. Ой, слушайте, я хотел за нечетное проголосовать. И плюс считалочка. Давайте двойная это сила. Как это? Ну что это? Ну как это? Нас уже 4. Вот теперь нас точно 4, кстати. Так, мы потеряли 3 шарика. Так, следующий раунд начинается. Я голосую за нечетное. Все. Иду прям до последнего. Правда, я не понимаю, почему только. И нечетный может быть только один, а четных только 4, да? 5! 5! Так. Живем. У нас теперь 8. Так, сейчас начнем следующий раунд. Ну, кого-то выстрелили.
Я думаю, что четное будет. Вот правда думаю, что четное. Четное! Ой, я все. Я... Так, нормально. Там кого-то О, да, вылетел. Теперь вылетел человек. Нас осталось трое. Я опять буду голосовать за четное. Я считаю, что правда, столько есть. Волнительно, слушайте, как будто сам играю. Точнее, я играю, но как будто прям в сериале, вот знаете, вот это вот. Чётное! Так. Я сейчас опять за чётное буду голосовать. Вот не спрашивайте, почему, вот, ну просто буду. Реально. Я прошел! Я победил, там написано. Я победил четвертую игру, поздравляю вас. Меня. Пожалуйста, подготовьтесь к пятой игре, нас тут трое. Значит, не обязательно было иметь 20 шариков. То есть, если 20 шариков будет, то ты победишь раньше времени. А если у тебя будет больше, чем 0, то ты пройдешь дальше. Пипец нервы. Как сложно. Так. Добро пожаловать на пятую игру. Это я уже даже не видел. А перед тобой... Тейлз. Каждая дорога... Тейлз. Ну это типа хвосты. Сильнее Hold Players. Однако... Break. Короче, они могут сломаться, да, как я понимаю? У меня есть... 2 минуты, чтобы дойти до конца. А что тут именно? Типа повезет, не повезет. Ой, я вас подожду. То есть какая-то из них может быть неправильная, да? И типа я сразу же разобьюсь. Нас уже осталось двое. Как это? Так, так. Давай, давай, прыгни. Сейчас чуть-чуть подождем. Давайте вот как будет минута или полминуты, мы пойдем. Тут, в принципе, ходить-то чё? Тут две этих штуки всего. Дын-дрын-дрын, дын-дрын-дрын. Мы тут не торопимся. Вот смотрите, она тоже крыса. Именно из-за нее я тут стою на месте. Так. Хоба-хоба. Круги вертим возле нее. У меня, знаете, у меня еще полминут назад или даже 40 секунд назад я уже видел как будто такое видение насчет зеленых плиток. Ну, типа, на какие надо вставать. Может, попробуем? Я видел эту плитку, как зеленую. И вот эту. Я прошел! Вы понимаете, я ее и видел, как я их видел как зеленую. Поздравляем, вы прошли пятую игру. Так, подготовьтесь к шестой игре, финальной. Я один. Что делать? Я даже не представляю, что там будет. Я себя сейчас таким крутым чувствую. Я даже я не крыса. Отвечаю. Я правда видел, что вот, знаете, я так и думал, что надо будет перепрыгивать, но я думал, что я упаду. Так, финальная игра, дождь, это девка. Это просто, простая игра. Пуштул. А если я один, что мне тут делать? If you touch light, color it, scent... Ты вылетишь. Оставшийся игрок в живых побеждает. Слушайте, я последний, я победил? Я победил! Поздравляю! Вы победите! Вы прошли... Ну, вы победили всех остальных игроков. Получите ваш выигрышный приз. И возвращайтесь в хаб. Я в шоке. Что игра самая сложная?
Невероятно. Невероятно. Я победил. Я все, я уже говорить разучился. На самом деле, очень интересная карта. Я правда хочу... Ну, не забыть вам действительно оставить ссылку в описании на эту игру. Попробуйте также в нее пройти. И потом обязательно напишите в комментариях, сумели ли вы победить. Потому что я вам скажу, что до этой вот игры я прошел первую карту, там где Red Lines, Green Lights, и вторую, там где надо через круг пробежать. Но единственное, что я вам скажу, третья игра, там где перетягивание каната, я не дошел до нее, потому что у меня после второй игры был, видимо, ивент с выключенным светом. И там все начали драться. А я как-то, знаете, я вот так вот залез, короче. Я подумал, не хочу драться ни с кем. Может, никто не захочет со мной драться. Это ведь не обязательно в любом случае. А в итоге-то там все драться хотели. Я там дох. Ну, я там тоже, конечно, других бил. Чуть-чуть совсем. Но я не смог пройти дальше. То есть я не дошел до перетягивания канатов. И после этого я как раз-таки проверил все со звуком. И начал записывать. Я победил сразу же. Я в шоке. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Кстати, у нас дали денег. 6600 даже. Я не знаю, на что мы их можем потратить. Если вы захотите, то мы можем еще попробовать попроходить какие-нибудь карты. Пишите, если вам будет что-то интересно. А так, с вами был Диктофон. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, всем удачи и всем пока!